have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и мы с вами сегодня опять в колесах. И вот что мне стало интересно, я сейчас пошел смотреть уровни, я еще, то есть новейшие за неделю, все дела. Вот что меня насторожило, есть Don't Move. Don't Move — это офигительно крутые уровни были до того, как поменяли физику в Happy Wheels. Это когда случилось, в 17 году или в 18, как по мне, так это было еще до динозавров, да? Вот, и после этого все уровни Don't Move сломались. Старые, которые были построены. Дело в том, сделали новые уровни. Давайте посмотрим, потому что это новые уровни. Я на секундочку подумал, что он все-таки сломан. И что? Или он все-таки сломан? По идее, он должен взять в конце монетку. Это все фишки Don't Move в том, чтобы ничего не делать, уровень все сам сделает за тебя. Но, похоже, он сломан. Хотя уровень новый, но или... Блин, или ребята его не доделали, или что-то. На самом деле, Don't Move всегда были офигительно крутыми уровнями. Жалко. Я уж подумал, что они вернулись. Но нет, этот Don't Move также не работает, к сожалению. Хорошо. Невозможное желтое. Не знаю. Укради бриллиант. Among Us Imposter. Давайте на это посмотрим. Так. Kill. А мне что-то нажимать? Kill. Убили. Теперь можем проехать. Там была вентиляция. Нам надо вентиляцию. Я понял. Мы играем за импостера, как нам, в общем-то, и было сказано. Блин, вот эти комбинации с мышкой. Контроль. Блин, все равно ляжку сломал. Хорошо. Dead body reported. Обнаружено мертвое тело. Контроль. Блин, вторую ляжку сломал. Синего катапультировали. Убить красного? А, ну да, синего же катапультировали. Давайте. А, я красного уже убил. Хорошо. Вентиляция. Убить этого бирюзового. И победить карточку. Да! Импостер побеждает. Крутяк. Хорошо, хорошо. Pogo Game. Ну, давайте глянем, что нам предлагают. Pogo Jump. Опа. Опа. Давайте каракатом вперед. Нет, вот это вот я не хочу, потому что, ну, все мы знаем, чем это закончится. Но тут не будет... Это сейчас было хорошо. Знаете, для такого скучного уровня это было очень веселое окончание. Нет. Pogo Fight — это круто. Pogo Jump, не знаю, ребятушки, по-моему, немножечко скучновато. Странно. Давайте посмотрим на странно, что нам предложат. Странно. Вы предлагаете... Хорошо, я вас понял. Давайте сменим персонажа. Возьмем до того же Pogo. Блин, ты где у нас? Погоджамщика возьмем. Секретная победа, обычная победа. Мне бы вот на ту штучку приземлиться, я так понимаю. Оу, я могу эту штуку подвинуть. Черт! Черт! Нет! А-а-а! Я улетел. Знаете, что, в чем прикол? Этот уровень полностью оправдывает свое название. Он странный. Не-не-не! Вверх! Бревно, черт побери!
Ладно. Нет, ну я теоретически вижу, как там можно победить, но нет, спасибо. Давайте мечи покидаем. Мне когда-то это все нравилось. На. Ох, хорошо. Но я же его не убил, да? Санта! Ножницами Санту просто. Нет, это не себя. Не себя, блин. Ай, ладно. Не-не-не-не, я имею в виду переиграть. С чего вдруг мне выходить с такого замечательного уровня, где я могу рубить детей и Санту? Отпусти, я могу ребенка кинуть? Нет, я могу себе руку сломать. Просто кинуть. Есть! Я задел его. И он такой, бах! Нижнего. Да! Есть, красиво получилось. Вот такие уровни мне нравятся, такие классные. Даже, наверное, не в победе дело, просто уровни классные. Моя друга мапка, что, блин? А, это на польском написано, моя вторая карта. Моя друга мапка, да, все, я понял. Это... Та-та-да! Я не знаю, что здесь нужно было. Я знаю, давайте попробуем. Здесь нужно... Нам нужно два щита, один спереди, один сзади. Они будут меня защищать. Ап-ап. Так, немножечко на Ctrl там поменять. Окей. Может быть, вы мне хотите сказать, что это Пого-джампера надо брать? Да вы чё, он же сдохнет тут нафиг. До свидания. Просто хедшот словил. Еще разочек. А он очень хорошо оценен, этот уровень. На клинки! Блин! Если это перепрыгнуть, можно прыгнуть сразу сюда. Ну-ка. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Вы чё? Я еще жив. Там есть секретная победа, по-моему, мне кажется. Давайте попробуем. Если мы пойдем в секретную победу, мы... Оп. 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 Ты пролезть не хочешь туда, дружище? А, что там было, Z? Обман века просто. Да, я туда пролез, но это не секретная победа. Это просто так казалось. Crash them. Раздави их, уничтожь. Котейка 1209, кстати, писал этот уровень. Понял. Это просто симулятор раздавливания твоих персонажей. Знаете, мне все равно нравится. Это все равно прикольно. Убей босса своего. Своего босса. Это скорее не убей босса, а кто из вас выживет. Опа! Йо-йо. Хорошо. Ну, кстати, насчет хорошо такое себе. Давайте еще раз. Давайте рестартик сделаем. Нет! Есть! Ай! 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 Я еще был жив! Босс сдох до меня. Все, я его убил. Не считается. Ну, в смысле, считается. Ну, вы поняли. Хорошо. Невозможный лабиринт. Не, ну дайте мне персонажа, которым... Проверь оба конца. О, Тимми, до свидания. У меня есть теперь топор, мне не нужен сын, у меня есть топор. Ладно, нет, ребят, не знаю. Нет, ну как бы да, наверное. Черт. Ладно, давайте следующее. Short rope swing. Не, rope swing я не очень люблю, ребят, уж извините. Послание от меня. Круто. У этого 5 звезд. Ну, короче, чувак просто написал послание.
Очень прикольно. Don't move, блин, ну давай ты будешь работать, пожалуйста. Тантадан? Нет, не тантадан. Еще один нерабочий don't move. Но я, в принципе, видел, куда это все шло. Там чуть-чуть подправить. Pogo Fight. О, давайте на Pogo Fight зайдем, глянем. Тут у нас мы начинаем обычно с ребенка. Сейчас мы начали с бомжары, с бутылкой. Видите, до чего доводит алкоголь. Опа. Помните главный закон? Ох, Happy Wheels. Если есть что-то острое и твое лицо... Вот! Твое лицо обязательно найдет это что-то острое. Тыщ. Бутылочку сюда. Я у тебя отобрал это... Не бухай больше, пожалуйста. У тебя жизнь наладится. Опа. Так. Малец. Малец, малец, малец. Топорец. Опа. Топор в задницу. Не хочу. Так, давайте, может быть, мы как-нибудь... А! Головой зацепись. Вот я сейчас допрыгаю, серьезно, этот топор окажется у меня, сами знаете где. Правильно, в носу. Опа, 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 опа. Хорошо, мачете. Она забрала последний рулон туалетной бумаги. Нет! Фух. Видите, мачете все равно оказался в голове. Хорошо, хоть не у меня. Опа, забираем. Уходим. Что там у нас дальше? А, дальше просто финиш? Серьезно? Да! Ну это простенький Pogo Fight, круто. Мне нравится. Не потому что он простенький, а потому что просто мне нравится Pogo Fight. Убей босса. Так, это было... Ну что-то такое было. Very impossible. Ну да, да. Ну давайте зайдемте. Давайте зайдемте глянем. Yeah. Да. Ну, на самом деле, это было интересно. Если бы не та заставочка в конце, я, может быть, даже перепрошел бы. А, пожертвование сердца. Это очередной Don't Move у нас, да? Давайте посмотрим. Может... Ну, тут должно было сердце выкатиться. Возможно, это рассчитано под определенного персонажа. Тогда укажите, какого. Супер прыжок. Супер, прыгнули. Хорошо. Дайте мне еще третью тантадан. Давай. Тройное ура в мою честь. Супер. Пройдено. Упс. 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 Ну так упс. А, я понял, к чему это сейчас было. Погодите, если это правильно должно сработать, сейчас его оторвет. Оторвешь? Или мне нужно Z нажать? Z. Затея, кстати, очень забавная. Мне нравится. А почему его переварить до конца не может? Затея очень забавная. Неплохо. Мне понравилось. Так. Учимся летать. На ком же мы будем учиться летать? Привет, сегодня расскажу тебе, как летать. Будет сложно, но ты получишь. У тебя получится. Так, давайте-ка мы вот сюда вот зайдем. Это только для серых? У-у-у! Это неплохо, еще и на горлышко стало. Знаете, воу-щит было бы неплохо. Сейчас бутылка разобьется. Ага, а больше бутылок? Да, могу получить. Блин. Ай, меня прижало. На. Блин, мне бутылка зажалась вот так, хорошо. Горлышком на куда? На ущит давай. Не? Ладно.
Дурак. Давай сюда. Ну давай. Well, pretty nice. Неплохо. Давайте третью партию бутылок. Они падают неровно. Вот это сейчас было просто эпичнейше. Опа. Ух, это было близко. Это было близко. Это было далеко. Бутылка в заднице, короче, не дает мне нормально кинуть. Давайте переиграем, посмотрим, как оно все получится. Опа, три бутылки сразу. Ой, блин, одну разбил. Ну-ка. Ну, блин, нет, бутылка на бок не считается, наверное, да? А это туда не может заброситься никак. Давай, 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 давай! Возвращение блудной бутылки. Давай ты ее... Я хотел сказать, ты ее собьешь. А ты ее не собьешь. Опа! Перехватил за горлышко, она такая упала и разбилась. Нет! Да! Мой последний уровень. Так называлась эта штука. Что... Что, черт побери, сказать так? Ну-ка, 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 какие-то еще хорошие результаты? Не? Блин, надо в другую сторону попробовать. Да, ощит, ощит! Блин, ах, это было близко. Смотрите, как она упала. Ладно, следующая. Ну, это просто раздавило, блин, печалька. Я одной бутылкой вышиб другую бутылку. Бум, по голове. И теперь... Блин, просто разбилась. Ладно, это было, кстати, неплохо. Поехали дальше. Бутылочки покидали, тоже было хорошо. Летальный слэм. Ну, давай ты. Тан-таран-тан. Неплохо. Я после этого остался живым дольше. А где тан-та-дам? Хорошо. Дай. Просто минус уши. Минутку, меня там в там-та-дам кидало уже. Ну ладно, пофиг. О, кидание мечей. Давайте еще мечи покидаем. Мы сегодня уже один такой выиграли. Есть! У, ножничками. Эльф, пока. А почему бы не сделать стенд с мечами-то повыше, а? На, пацан, держи. Ну, надо вот этого выбить, чтобы убить, но не знаю, тут немножечко кривовато. Я бы предпочел, наверное, тест. Ну, тест не хочу. Art View. Хотя, блин, у теста столько голосов, но он сегодня, чувак, уже... Billy was the battle, sorry. Так, у нас тут история прям рассказывается. А если мы ее просто прокатим? Наверное, хотя суть именно в этой истории, да? И в там-та-даме. Блин, в этот уровень не так надо было играть. И ладно. Мне, честно говоря, просто сейчас лень. Street Fights. Ну-ка. Бом-ж. У меня есть надежный щит был в виде... Я понял, как тут надо. Хорошо, поехали еще раз. Так, он в меня будет кидать. Пофиг на тебя. Мины! Мины! Черт побери, мины! Как я жив-то остался до сих пор? Блин, что будет с тем чуваком? А, это победа! Неплохо было. Мне там просто реально повезло. Просто тупо повезло. Но это очень прикольный уровень был. Grey Steel Place, I hope. Я думаю, вот эти уровни насчет Грея, это для какого-то ютубера Грея, я так понимаю. Поэтому, наверное, мы их будем пропускать. Grey Steel Place, это опять же уровень для Грея. А, типа, едь туда, едь сюда. Неплохо. Оставим мальца. Battle Run не настоящий.
Это типа тролл-левел или чё? Те самые легендарные тролли-левелы? Пока, пацан. Выигрыш. Давайте в менюшку и давайте посмотрим что-нибудь. Pogo Jump, Impossible Level. Don't Move Tiny 2. Блин, он 2 звезды, он опять не работает, да? Насколько же были раньше крутые Don't Move, ребят? Те, кто это помнит, пишите в комментах. Какой был ваш любимый Don't Move из тех, которые существовали? Блин, знаете, пока что... Черт. Как-то... Я, наверное, сглазил. Я сказал, пока что все работает как надо. Очень жаль, что... Давайте еще мячики покидаем. Неоновый бросатель мячей. Ну, почему же не сделать эту штуку так глубже? А-а-а! Да. Зато у нас там мячики попадали в другие эти. Кликните для больших мячей. На тебе мячи и еще и мячи. Мячи и мячи. Ладно, ребятушки, давайте тогда на этом сегодняшние колеса-то наши мы закончим. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующих сериях. Увидимся. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек и всем покеда.